Мама, это 2,8. Сейчас скажу. А, 4x. Что-то казалось 2,8. Там разве М110? Вроде, да, что-то длинные слушатели. Там Авик. Там Авик один, АВМ, Акураси, и еще Ахамс, который тоже Акураси, только 338. Здоровая такая ебала песочного цвета. Вот если ее утащить, вот это будет хорошо. Тачка. Короче, едем до этой по прямой, высаживаемся и широким фронтом идем на север. Поэтому маленькую песочку разбегаемся. Кончику двигаемся, проверяем вот эту метку РНД. Если там никого нету, двигаемся на метку РМ зеленую. И потом по этому разглядаемся вот таким квадратом. А вот этой метки РНД какая цель? Там прессуется 24 человека, которые все будут ранены немного, у которых только 8 автоматов, остальные 16 человек с пистолетом. Это им съебаться надо, короче. Им надо съебаться безопасно, да, и ждать подкрепления. То есть, грубо говоря, они будут ждать подкрепления в виде медсанчасти и, соответственно, машины с вооружением. Либо машина приедет, либо вертолет прилетит с вооружением и будет их типа вооружать, короче. Мы на газельке туда рашим, да? Мы на газельке. Можете ко мне в Ландакс, если кто-то. А мы туда рашим, короче, на метку высадки, высаживаемся и широким фронтом просто растягиваетесь как можно дальше, кто там подальше, кто-то поближе. И проходим этот лесочек на север. Да. Есть возможность, можешь попробовать осмотреть визуально? Сейчас, секунду. Домики, может быть, они засели в домиках, сидят и так далее. Если они засели в домиках и сидят, кого-то пикающего увидишь, то значит они ждут помощи, сюда кто-то приедет. Надо будет их тогда кружить просто. Так, остальные как-то по краю леса, смотрим небо, смотрим по сторонам. Городок полностью скрыт за зеленкой, ни одного дома не видно. Дальше, дальше. По-моему, дальше. Тут бы я видел, скорее всего. Блять, я не знаю, короче. Надо уточнить. Он уже сел? Ну, да. Шатан точно? Ну, примерно, плюс-минус. У меня GPS должна быть точная.
Нет, нет, только по звуку. Звук азимут. Так, я побежал, блин, бегу, бегу. Блять, может там реально челики в этих домах были? Мне кажется, да. Вот они, блядь, изучали, блядь, летали, летали, посмотрели, что здесь противника нет. Пошли, блядь, садиться. Есть место, наверное, раз. Нету, блядь. Да, я примерно там. Вот желтая боль. Так, а пехов, если видим, стреляем или нет? Пехов надо гарантированно, пацаны. Если ты видишь, подожди, позови еще кого-нибудь, чтобы вы вдвоем видели. Потом стреляйте. Понял. Смотрите, в трюме пехота есть. Нет, пустой. Блин, может он нас спален? Не, вряд ли. Тут никого вообще не видно, видимо, южнее прошли. Походу, они под Сталионом. Они уже под триггером, где-то, скорее всего, Сталион сейчас тылычи летает. Ну, присутствует. Ну, надо идти. Шайтан, шайтан. Метку поставил. Там ирбисы поставили метку на противника, возможно, я не знаю. Понял. Мы западнее этот лес обходим, да? Да, старайся к нам лучше подтянуться. Ну, ухожу туда сюда. Ирбисы говорят, что через них проходят с севера на юг, и типа много они пропускают. Тики, посматривай на восток. Целевой западный, восточном мне нехуй делать, там все сдохли. Они сейчас лес тягивают, куда же. По мне, в спине. С севера. Поставил метку примерно. Я бы хоть на ногах нам. Я отступил. Розовый поставил. На актуальный. Но вот там он по мне походу и стрелял.
пока FPS, блять. Убивай давай, блять. Я работаю. Регулярные войска подошли. Северо-запад в упор. Убили кого-то нашего сейчас в кепке глушителя. Кто был на севере, Рик или Поле? Я Рик. Борзай. Я пока живой. Борзай. Вроде с запада бежит, но по полям. По нам, Рик? Дал отметку снайпер, там было в желтом гелике чел. Шейтан. Угу. Я пошел проверять твою метку. Аккуратно. Если там Рик, если там тратата, делайте стрик. Там что-то автоматическое глушеное убило. Хорошо. Броня живой. Минус гелик. Аккуратно, хае ушла на гелик. Он к вам пришел, что ли? Да, у меня на гранате. Это зеленый гелик, это не тот. Вот желтый. Я желтый видел. Вот эта хрень с запада по мне стреляет на подавление. Круассан, ты в кустах? Да, я ушел от прострел. С запада машина на дорогу выезжает. Где дым? Да, да, вижу. Я по нему пострелял, не знаю, попал. Ранен, ранен, ранен. Там же в дымах на дороге. Не знаю, отступаю. Мои, 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 мои. Там гилик. Да. Он чуть-чуть назад отошел север.
Нашел масхалат. Ранил. Вдалеке, вдалеке еще один вижу. Дорогу перебежал справа налево на нашу сторону. Масхалат минус. Пойду запад тебе, ты посмотри. Там еще один, короче, вдалеке, вдалеке. Север, да? Север, да, да, да. Глушенную ямку хочешь взять? Да. Моя актуальная метка красная. Бегу. Это вот, подъезжать с той стороны, с маленького крейгера, понял? Да-да-да. Блять, это мин. У меня нога сломана, я медленно, если что, хожу. Тут газелька заведенная. Трубу дали по дому. Союзники ходят у дома. У заведенной машины. Это кто-то влетел в триггер. Откуда только не знаю. Вижу еще гирик. 40 идет к тебе, 40. За полем. За дорогой? Где-то вот здесь вроде. У него два оружия за спиной в руках. Он по той стороне идет или по... Бля, не попал. Не знаю, непонятно отсюда. Северо-восток заезжает на команде. Прям в триггер, готовься. Угу. Северо-восток, возможно, по дороге будет. Принял. Ты живой? Поле. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.